что, куда нам идти? Вы запомнили? Я запомнил. Дороги. Нам надо какому-то мимо поля, какому-то чему-то такому выйти. Есть лопата. Лопата есть? Макс, колеса смотри, твои любимые. Так, надо просканировать. Просканировать колесо. Ничего пока не обнаружил. Да? Рано-то. Слушай, смотри, опять эти кирпичи мне покоя не дают. Может, мы их возьмем, их продать же можно. Да, мне кажется, не портится. Да? Ладно, погнали дальше. Ой. О, господи, ты по башке мне чуть не... Давай эту лопатку сюда. Скользко. Что ты по башке можешь заехать. Взять тебя за ручку? Нет. Угу. Ну-ка я постучу, кто-то есть. Давай, постучи. О, мы были в этом доме, помнишь, когда работу искали? ФБР, ФБР, стоять! Да это не здесь, ку-ку! ФБР! Взломать? Нет, искать пасхалку нашу, погнали дальше. Что такое пасхалка, я не понимаю. Подсказка, я тебе объяснял уже сегодня. Представь, что это... Ты вообще ку-ку какой-то. Это подиум для тебя, подиум, и ты вот так идешь от бедра. Вот так. Я мисс Вселенная, 2018. Да, 2018. О, ребят, что-то тут тоже есть. Что тут? Пойду посмотрю. Колеса! Юрец, колеса! Колеса! Максон! Колеса! Помчали, бро! Помчали! Давай! У нас прямо! У нас, давай, кто быстрее! У нас почти машина, Макс! Что происходит? Почти тачка! Почти тачка! Держи лопату мою, блин, что-то копать. Мы, походу, ребят, не туда пошли. А куда мы надо? Может, туда? Ну? Ну, а как не туда? К солнцу. Ладно, пойдемте в другое место. Кто это? Это я, Макс. О, собака! О! Подождите, а может, собака нам подскажет, куда идти? О, пойдемте поговорим с теми мужчинами. Пойдем. Здравствуйте. Как вас зовут? Очень приятно, Сергей, я Юрец. Нам нужно большое поле. Да, деревню туда, ребята, идите. А там нету поля никакого нет. Тоже? Там, да? А там колхозные поля выкошены. Да? Да. Все, это ваша собака? Да. Хорошая. Ладно, спасибо. А это вам нужно, да? Что? Нужно вам это? Ну, возьмите. Хороший. Давай возьмем. Лестница? Возьми. Давайте, мы вернем вам, Макс. Взяли лестницу. Вдруг нам подниматься надо будет. Да. Так, помчали. Мальчики взяли какую-то лестницу, я погнали. Не знаю зачем. Зачем вам лестница? А вдруг нам подниматься надо? Да. Побежали, да. Макс. Хороший! Какой хороший! Куда подниматься? Держи лестницу. Я не буду. Держи лестницу, говорю. Иди сюда. Ой, она тяжелая. Хороший. Давай, Ксю, неси лестницу. Ребят, там в другую сторону, мне кажется. Я вообще не могу нести лестницу. Да неси, ты сейчас забираться по ней будешь. Я не хочу! Боже мой! Ну я не могу больше нести лестницу! Сейчас должны монетки выпадать просто! Как говорит да Макс! Да у меня уже рука сейчас отнимется! Ладно, давай, давай, я понесу все! Макс, ты куда? Да нет, попробую что-то. Так, давай не на эту крышу, так, не на... Пошли дальше! Давай, быстро! Быстро! Вот мы вышли в свободное место, по-моему, это наше место. Это поле? А, вон, смотрите, какой-то белый, похож на вот. Загон. Да, да. Так, Макс, пошли вон к тому белому. Посмотрим, возможно, это то место. Вот. Ой, скорее какая-то всего, машина. Направо, Макс. Вот этот белый гараж. Да, скорее всего, там что-то зарыто. Замок стоит? Давай попробуем, Макс. А он легкий. Юрец, Юрец, посмотри. А, вот. Скажите. Взломать. Так, это вы можно что, вытащить. Сейчас полиция придет? Ой-ой-ой-ой, там закрыто. Что там? Макс, надо пробовать сверху. Да. Да. Сейчас я еще попробую. Так. Нет, Милана убьет меня за эту штуку. Ой-ой-ой. Охренеть. Ну что там? Там какая-то жесть. Ой-ой. Что, Макс? Аккуратно.
Макс, ты чё? Макс, ты чё залез сюда? Надо вот, на это. Проверяй. Здесь нет. Нету никаких подсказок. Нету. Я ты тоже залезла. Ты тоже? Да. Давай. А здесь есть твое имя, смотри. Здесь есть буква К. Да? Видишь, буква К. Да, а это здесь... пасхалка. Проверь, может, Макс что-то потерял. Да, поднимайся. Ой, а как мне подниматься? Поднимай, Макс, помоги ей встать. Давай, на палку держись. За палку? Держись за его палку длинную. Ну и что, вы залезли? Тут страшно. Ничего, нету ничего? Нету. Слушайте, я тоже хочу. Нет ничего. Подождите, здесь есть труба. Я туда не пролезу. Мне ощущение, что это не то место, ребят. Слушайте, а вон какая-то зеленая штука есть. Где? Вот это. Как вот это зеленая? А, подождите, давайте рассмотрим местность. Так, вроде это поле, да? Хотя это не похоже нифига на поле. Почему? Похоже. Похоже? Да. Чем? Ну, всем, а, да ты смотри. Я думал, кто-то стучит. Давай долго тут не будем стоять, какая-то крыша здесь странная. Она боюсь. Может обвалиться, да. Давай пишем игры реальности. Давай оставим, да, игры реальности пиши. Чтобы нас знали. ИР. Игр. Ты долго сейчас будешь писать. Очень долго. И пиши игры. Ну все, пойдем. У нас мало времени, мне кажется. А как спуститься отсюда? Очень просто, Макс тебе сейчас поможет. Давай, Сань. Куда ты? Ну что, все, давай. Как? Сюда прыгай. Я не буду прыгать. Ну, тогда спускайся. Помчали дальше. Как я спущусь? Давай, спускайся очень просто. Поворачивайся спиной. Поворачивайся. Так. Вот это видок. Так. Давай. Я спускаюсь. Я тебя поддержу сейчас. Давай. Как? Давай. Нет, держи меня лучше. Я держу лучше. Это нет. Давай, спускайся. Спускайся, вот. Ну, очень хорошо. Молодец, ты большая. Да что это такое? Что? Ты прямо шутишь да надо что? Мной. Я это не опасно, шучу. Моя я жизнь вообще на я тебе помог. Так, Макс, нам надо вернуть лестницу. Да здесь... можете идти сюда. Нет, давай, бери. Куда мы ее потащим? Туда, обратно, к этому чуваку. А, давай, хватай лестницу. Давай, бери ее и иди. А давайте покатаемся на ней. Хочешь прокатиться? Да. Макс, давай прокатим Ксю. Макс, стой! Дай. Давайте, давай. Я буду тут сидеть, как будто вы мои коняшки. Садись, садись. А я барин. Макс, держи а одну руку. А у меня ножки как? Нет, просто садись лицом сюда лучше. А, хорошо. А так не было. Как я... Подождите, у меня ноги бы... Ноги подними. А как? Ну сядь, сядь удобно как-нибудь, ты и это. Ты же светская львица. Нет, не так, только в середину надо сесть. Так это спиной только получится. Ну садись спиной. Садись спиной. Бери палку свою. Быстрее. Нет, вот так, Макс, не вот так получится. Держи. Нет, держи за середину, бро. За с... Ой, вот сюда простите. Вставай, Макс. Бля, я вот так. Вставай. Нет, все, вставай давай. Сюда, я тебе говорю. Все, катите меня. Макс, вставай, вставай сюда. Держи двумя руками. Давай, поднимай. Кати ее, кати ее. Кати, кати. Кати. Все, поехали. Да, пока. Давай, пока, Ксю. Быстрее уже, поехали. Барыня, барыня на санях. Держи, Макс, держи. Он уронил меня. Так. Все, пойдем лечить. Держи, держи. Давай смотри, покатить как меня надо. Быстрее. Вот, видишь, Макс? Ой, классно! Бляха-муха! Стой, стой, стой! Давай! Держи ногами! Раз, два! Вставайте, какие-то плохие! Слушайте, когда зима начинается, прекрасное время наступает. Бля, млечи. Все, отряхни, а. Что там, сканируй. Вот этот забор. Может, это для нас написано уже? А? Давай, проникновение. Миссия проникновения. Смотрите, где я. Ребята, вот это, кажется, то место на карте. Реально вам говорю. Давай, погнали. Не, не опасно. Я пошел. Не ломаю. А я как проберусь? Снизу пробирайся, вот тут. У девчонок жизнь такая, они только вот как-то снизу все. Осторожно, осторожно, шубку не зацепи, осторожнее еще держись. Так, держи. Держусь. Погнали. Блин, а сколько тут всего, но это все не наше, ребят. Вон оттуда можно вылезти. Через забор, да? Да, под забором. Я тоже так подумала. Да? А как? Ты пролезешь?
Я пролезу. А ты, у тебя попка просто. Да, да. Держи. Давай. Давай. Хотя бы твою палку давай. Давай. Я не смогу, Юр. Сможешь. Юра. Давай. Брось меня здесь. Мне, давай. Ты справишься. Ну быстрее, потому что это боссано все. Осторожней, шубка. Осторожней. Все, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее уходим отсюда. Фу. Максим! Он боится. Там нету Макса, прикинь. Все, крантец. О, нифига себе. Как ты вышел-то? А я через другой. А, да. Капец. Здравствуйте. Здравствуйте, Юра, подожди, где вы так долго ходите? Тихо, подожди, давай спрячемся. Это что ты сказала? Где вы так долго ходите? Я вас тут уже давно жду. Ты нас ждешь? Да. Опа! Мы что, нашли, что ли? Охренеть, можно нам сесть? Или нет? Нет, мы замерзли. Охренеть. Чтобы вы выполнили задание, вам нужно отгадать несколько загадок. Так. Загадок? Да. Какие у меня все загадок? Записано, первая смотри. Первая загадка. Так. Вы заходите в темную кухню. У меня есть свеча, керосиновую лампу и газовая плита. Что вы зажжете в первую очередь? А мы ничего не сможем зажечь, потому что нам нечем зажечь. А, что мы зажжем первое? Ничего. Нету такого ответа. Подожди, еще раз. Вы заходите в темную кухню. В ней есть свеча, керосиновая лампа и газовая плита. Что вы зажжете в первую очередь? В ней есть свеча, керосиновая лампа и... Плита. И плита. Плиту. Ну, плиту. Нет. Нет. У нас есть время подумать. Так, давайте. Заходим в темную комнату, да? Там керосиновая лампа, свеча и плита. Что мы зажжем в первую очередь? Тогда керосиновую лампу. Тогда свечу, получается, зажжем-то. Свечу, да. Керосиновую лампу тогда. Керосиновую лампу, да? Блин, ой, я... Ой, заберите меня, пожалуйста. Что там, Мерседес проехал? Ксю, вернись! У нас семья! Это же ответ спички, правильно. Блин, я же говорил огонь зажечь. Но это не в самом начале. Отлично. Что это? Да, мне ладно, смотри, ладно, погнали домой быстро. Большое спасибо. Нельзя. Нельзя распаковывать. Погнали домой. Отлично. Все. Мы сделали это. Да! 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 Чики-чики-чики-чики-чан-чан. А чики-чики-чики-чики-чан-чан. А? Это было сложно. Погнали быстрей.